еще один преподаватель нашей студии, Александр Затолочный. Вот тут он выходит. Поприветствуйте его, пожалуйста, потому что то, что вы сейчас увидите, это уже совсем другой уровень практики, и он покажет вам действительно серьезные вещи. И опять-таки, несмотря на то, что, конечно, это выглядит на уровне тела очень внушительно, основная задача – это воздействие на ум, которое зашито, заложено в саму геометрию упражнения. Танатараджанасана – одно из самых мощных упражнений, стимулирующих иммунную систему. Вытянутый наклон, но вы видите, одна нога сложена в полулотос. Это упражнение называется флюгер. Это одно из самых сложных и самых эффективных упражнений для освоения искусства равновесия. Это еще один вариант складывания пополам, но уже со скручиванием и с определенными фиксациями. Упражнение сложное и тоже очень-очень комплексное, очень эффективное. Ну и серия классических упражнений с одной ногой на шее. Одна нога в лотосе, одна нога на шее. Видите, вот вам вариант сложной нижней стойки на руках. Вот к этому подходят, начиная с тех простых вакасан, которые показывали ребята и Лена. Ну и вы помните, были стойки нижние с ногами на плечах. Это приводит к возможности вытягивать позвоночник, то есть более эффективного упражнения для вытягивания всего позвоночного столба в природе не существует. Так, ну, то, что он сделает сейчас, вообще мало кому доступно. Мало того, что у него нога на плече, на шее, вторая полусогната, у него еще и медвежий замок, так называемый медвежья мудрость, за ногой, за спиной. Вариант нижней стойки, горизонтальная стойка, то, к чему приводит, в конце концов, работа в нижнем горизонтальном упоре, который показывали вам ребята в самом начале. Но это уже выше пилотажа. Одна нога под мышкой, вторая нога на шее. Стойки на руках, нижняя стойка на руках. То есть это считанные люди умеют такое делать. У нас. Вот это обычная бабочка или баттхаконасана. Очень эффективное упражнение для включения нижних центров. Активизация нижних центров и активизации разговора между нижними центрами и верхними центрами. То есть снабжение энергии волевого ресурса человеческого функционала по жизни. Это классика. Баттха Падмасана, упражнение полностью замкнутое, здесь в работе остается только вертикальная ось. То есть все остальное замыкается и блокируется само на себя. Ну и это вариант, то, что показывала Лена, но только чуть более усложненное, ноги сложены в лотос.